Чиновники, бывалые в таких случаях, лишь крепче вжимаются филейными частями тела в руководящую кожу кресел, а вот клерки рангом помельче бледнеют и начинают обзванивать более высокопоставленных благодетелей. «Не подведи, отец наш, век буду благодарен». Да и есть за что дрожать. Денежные довольствия, например, у муниципальных начальников такое, что даже государственники головами крутят. Так, на вчерашнем заседании регионального правительства рязанский губернатор Олег Ковалев как-то даже несколько обескураженно сообщил, что, дескать, был им сигнал, что зарплаты в рязанской администрации и городской думе надо бы серьезно откорректировать. Вот что сказал глава региона. Я получил одно обращение, в котором, в общем-то, приводится анализ по уровню заработной платы руководства администрации Рязани и Рязанской городской думы. Я попросил проверить, дать мне сверку, значит, и по тем материалам, которые мне предоставили, он значительно превышает уровень не только там госслужащих правительства Рязанской области, но и других областных центров Центрального федерального округа. Ну и в завершение некоторые цифры минувшего года. По подсчетам статистиков, зарплата госслужащих в стране за 9 месяцев выросла на 34,7%, а вот средняя зарплата простых россиян с начала 2013 года увеличилась на 12,8%.